Никому не нужна. Украина – это расходный материал в гибридной, тотальной войне против Российской Федерации. Теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично. Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит, что на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя. Англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют, мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение. То есть война ими объявлена. И отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. Украина, как знаете, уже стала таким расхожим выражением, Запад готов воевать до последнего украинца. Очень, очень метко.